находитесь на канале Zain Adventure, и сегодня я буду делать обзор на набор LEGO Creator Плавучий дом. Не буду долго затягивать, и начнем обзор. Начнем его с малого. Вот. Это вот такая вот, вот такой вот деревянный столб, а на нем сидит пеликан. Пеликан, ну, это, как я понял, по его клюву, потому что, ну, он очень напоминает пеликана. Ну, ладно. Вот такая вот птичка прикольненькая, красиво сделана, особенно вот клюв. Ну, глаз прозрачный, это странно, ну да ладно. Крылья выполнены, в принципе, как почти у всех старых птиц, вот только вот тут еще одна птичка есть, и у нее новые крылья. А лапы у нее вот такая вот деталька, ну и все. Столб самый обычный, из трех вот таких вот круглых блоков, 2 на 2, и вот такая вот ребристость по краям. Так, даже, это как она, рифленность, что ли, как-то так называется. Ну ладно, не особо важно. Отставим его вот сюда вот. Дальше вот эта вот птичка. Просто небольшая фигурка вот такая вот. Похожа на пеликан немножко своей конструкции, но крылья у нее вот такие вот. Это уже просто какая-то птичка такая, которых полно везде. Голубь какой-нибудь может даже. И вот его по инструкции надо было посадить попасть к крокодилу, но можно и не, можно вообще куда угодно посадить его. Ну, ладно. Дальше уже сам крокодил. Крокодил на самом деле мог быть и лучше. Типа, лучше положили. Сейчас покажу какую детальку. Забыла его взять. Вот. То есть лучше бы сюда положили вот такого вот крокодила, и все. И не парились. Потому что, ну, это как-то слишком странно выглядит. Это еще более-менее красиво, а вот это, вот это как-то стрёмно смотрится. Тем более пасть особенно. Ну, ладно. У него двигаются вот так все 4 лапы. Можно вверх, можно вниз их. Открывается пасть, как уже сказал. Можно повертеть ему оба глаза. И вот так вот в двух секциях соединяется хвост. Вот так вот можно его сгибать. Ну и, в принципе, все. Теперь можно переходить к фигуркам. Фигурки. У нас это вот такой вот паренек. Он ловит рыбу. Вот. У него должна быть вот так вот, по сути, одна рыбка на удочке, но я их положила туда в ящик обеих. То есть вот у него рыбка на удочке есть одна, то есть типа он ее поймал вот так. И если он убит крокодил, у него будет вот такое вот испуганное выражение лица. Тоже прикольно. Вот так вот сделаю, чтобы сфокусировалось. Вот. Фигурка нормальная, красная рубашка в бордовую клеточку, зеленые штаны. Ну, удочка простая. Дальше у нас вот такая вот девочка с фотоаппаратом. Ну, фотоаппарат простой, ничего особенного. У нее вот такого вот карамельного цвета волосы. Она в очках. И вот такая вот голубая кофта поверх зеленой полосатой майки. Может, даже это рубашка. И эти фиолетовые, розово-фиолетовенькие штаны. Так, дальше уже к самому дому. Спереди у него есть вот такая вот лампочка. Еще две лампочки вот тут вот по бокам. Дальше вот тут вот у нас есть два декоративных растения. Там цветочки какие-нибудь. И вот такой небольшой навес. Тут спереди висит спасательный круг. Сюда можно поставить человечка. И будем идти вот так вот, вот по такому порядку. Дальше у нас дом сам. Вот сюда вот можно открыть дверь и зайти. Но тут человечка, если вот как-нибудь играть так, то непонятно, как он будет сюда заходить, если только вот так проползать. Потому что тут никакого прохода нет. Можно снять крышу и открыть вот эту вот штуку, чтобы удобнее было играть. Кстати, с этой стороны есть труба. Это типа тут плита. Тут висит еще одна лампочка, стул, вот тут вот, и кровать.
И вот такой вот штурвал, вот, который можно крутить. Вот он. То есть вот так вот он крутится. Цветовая гамма тоже тут хорошенькая. Вот такая вот болотная, ну, болотно-зеленый такой цвет. Коричневый, то есть как древесина. И голубенький с серым. Дальше. В задней части тут есть вот такая вот тоже гриль. Или как это называется, не знаю. Такая вот небольшая тарелка. Ну, чаша вообще. Ящик, в который рыбу кладут. И еще одна лампочка. А чтобы можно было удобнее рыбачить, тут поставлен вот такой вот стул, который можно крутить. Ну и в принципе про плавучий дом все, что я мог сказать. Ну вот я забыл сказать то, что тут есть еще и навес вот такой небольшой, чтобы можно было готовить рыбку и не намочиться под дождем, если он будет. Тут со всех сторон почти есть окна. Вот с этой стороны 3 окна. Вот с этой стороны 3 окна, но это чтобы уже вести, можно было видеть куда. И вот с этой стороны 1 окошко. Ну и, в принципе, дом, все. Дом обозрели. А, ну да, забыл сказать то, что тут есть. Тут на стенке есть вот такая вот штучка, типа плиты. И вот тут кружка есть. Которую можно там типа налить воды, там скипятить воду, еще что-нибудь. Ну, короче, понятно. Ну и все. Переходим к следующей постройке. Ну, а следующая постройка выглядит примерно вот так. Это вот такой вот небольшой гидроплан, мини-пристань, на которой ловят рыбку, и вот такой вот крабик. Крабика также можно было бы положить просто простой деталькой, потому что это выглядит уже как гигантский краб. Ну да ладно. Он уже, точнее, черным крабиком. У девочки теперь уже фотоаппарат на штативе. И вместо простого фотоаппарата. Ну и, в принципе, никаких изменений в фигурках больше нет. Далее. По пристани что? Тут у нас вот висит удочка. Есть уже сиденье, которое можно крутить, но оно вроде как уже не предназначено для этого. Далее. Спасательный круг. Еще один спасательный круг. Ящик с 2 рыбками и кружечка чая или еще чего-нибудь, какого-нибудь напитка, может кофе. Крабик. У крабика что? У него единственная функция — это только поднимаются и опускаются клешни, и все. Поэтому больше про него нечего сказать. Ну, красненький такой, с беленьким. Далее, самолет. Самолет уже интересней. Потому что у него крутится винт. Мне кажется, если бы тут была вторая такая деталька, как на, ну, в ловучем доме, на которой крутится эта сидушка, то эта бы сидушка вот тут вот тоже бы крутилась. Но тут с помощью этой детальки крутится пропеллер. То есть он крутится вот так вот довольно-таки неплохо. Дальше что? Тут вот есть небольшая лесенка, чтобы можно было забраться на самолет. Лыжи. Стоп, мне что-то кажется, то, что я пару деталей каких-то забыл. Потому что вот тут вот как-то пустовато это все выглядит. Сейчас посмотрю. Так. Конец. Да нет, так и должно быть. Ну ладно. В принципе, пропеллер крутится, все есть. Киль, стабилизаторы горизонтальные. С другой стороны, такой лесенки уже нету. Ну и самолет на лыжах. Он может приземляться на воду. Он, конечно, смотрится, особенно вот так вот спереди, не самым лучшим образом, но все-таки красивенький, прикольный. Ну, для игры, для мультиков, для каких-нибудь достаточно такого. Чтобы посадить внутрь фигурку, можно вот так вот поднять крылья, взять человечка и вот так вот его туда посадить. Берем и на сидушку вот на эту сажаем. Тут есть вот такая вот небольшая панель управления, и все. И больше ничего. Закрываем крышу, и можно взлетать. Плывем и взлетаем. Все, летит самолет. Ну и ладно, нормально. Постройка пойдет. Тоже крутая. Как и сам плавучий дом, гидроплан тоже нормальный. Вот так вот сейчас все поставлю. Все.
Ну и переходим к последней уже постройке в этом наборе. Ну и последняя постройка на сегодня. Это у нас вот такая вот, вот такой вот домик-пристань и лодочка. Начнем, наверное, с малого, с лодки. Лодка довольно прикольная, получилась красиво. И вот тут вот стоит такой вот радостный человечек. Он просто плывет назад. Сверху у лодки есть вот такой вот фонарик тут. Есть рубка капитана, но там ничего нету такого. То есть там даже управления нет никакого. И она как-то... Ну, сюда даже фигурка из-за этого фонарика встать не может. Но фонарик не... Короче, забейте, но фонарик, он тут не виноват. Ну, так вот. Ладно. Тут я немножко детальку перепутал. Ну, ладно. Так. Тут стоит у нас кружечка. И сзади есть вот такой вот кран. То есть может он куда-нибудь отплыть, потом вот так вот доставать либо предметы со дна, либо ловить рыбу пытаться так. То есть приманку там где-нибудь рассыпать. Вот этот крючок можно вот так вот менять ему положение. И вот, заметьте, вот сам кран, вот, точнее, когда мы меняем положение крана, крючок тоже меняет положение. Дальше. Можно приплыть, пришвартовать его вот сюда вот куда-нибудь. А тут у нас стоит девочка с штативом, ну, с фотоаппаратом на штативе. Фотоаппарат можно крутить, то есть вот так вот. И он будет вот так вот, типа, в разные стороны снимать. А далее, тут у нас есть лампочка. А вот тут вот висит флажочек. Далее, вот тут вот видно, как готовится или просто лежит рыбка, тут не совсем понятно. А вот тут вот у нас такое, ну, эмблемка, что ли, знамя, или как это можно назвать. Ну, дощечка, а на ней типа поймалась рыбка. Далее, можно вот тут также открыть дверь. А внутри у нас тут столик с двумя стульями и лампой на столе. И вот как раз это, мы видим эту рыбу, готовящуюся. Ну и, в принципе, больше ничего. То есть, про этот домик больше сказать нечего. Ну, ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то вы можете поставить ему лайк. Ну, а если вы не хотите пропустить следующих видео на моем канале, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик. Ну, а с вами был я, Zane Adventure. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!